Доброе утро, друзья. Красивый вид, не правда ли? Но это еще не все. Я сижу на лестнице, где сейчас покажу. Сижу на разобранной крыше. Почти 8 часов утра уже. А что я здесь делаю? А я пытаюсь поймать сигнал сотовой связи. Здесь нужно было пополнить счет. И вот сижу так, как бы вам показать. Ну, вообще тут связь, вот видите, вверху показано, что сразу приходит целая куча сообщений. Пополняю себе счет. Видите, вот интернет на лайфе зеленым цветом. Это на такой высоте. Киевстар у меня не был пополнен. Надо было пополнить счет. Вот и вот я пополнил счет себе на Киевстар на 17 гривен. И хочу пользоваться интернетом. Киевстар — единственное покрытие в селе Очитки Воратівського района. И теперь я, пополнив счет на Киевстар, могу пользоваться интернетом. Потому что без интернета тяжеловато в селе. Нету связи с внешним миром. Но красота здесь прекрасная. Эту крышу мы разобрали с моим напарником. И будем менять вот эти балки. Одну уже вон распилили. Так что работы на сегодня предстоит прилично. Поставить швеллера, он уже виднеется вдали. Сделать здесь, поставить потолок или пол на чердаку. И потом поставить шифер. Всем хорошего дня. С вами был Сергей.